Привет, народ Ютуба. Большая посылочка. Так, вроде прощупал, сумочка. Да, заказывал сумочку. Сейчас аккуратненько вскроем. Посмотрим на нее. Итак, кожаная сумочка. Обана. О, какая сумочка. Это у нас получается внутренняя часть. Ну так вроде бы ничего. Насколько глубоко. Вот, вот до сюда. То есть вот такой карманчик. Я что-то думал, что он всю площадь займет. Нет, вот такой вот небольшой карманчик. Так, с этой стороны прошито плохо, как видим. Ниточки висят. Тут тоже не очень прошито. Вот это что такое? Так, это вроде бы ничего, так симпатично выглядит. Прошито вроде неплохо. Хотя тоже все равно края надо смотреть. Они прошили и обрезали, а потом оно все это дело расходится. Ну, понятно, что это кожзам. Тут даже и гадать нечего. Запах немножко чувствуется. О, тут на магнитиках. Ну, это магнитики ловить надо, просто так не поймаешь. Надо ловить. Вот это минус. Мне не нравятся такие штуки. О. А если сумка полная будет, то будет полная Z. Так, тут особо много не написали. Не потрудились. Так, тут что у нас? Тут у нас вот заканчивается здесь тоже уже не до края, а где-то вот так. И по ширине такая небольшая. Так, тут у нас китайский воздух. Воздух подспустил, может так и надо, а может уже дырка. Что у нас там? Ну, тут уже сумка, подкладка есть, кстати. Есть подкладочка, но она что-то не очень. А, еще есть тут внутренний потайной карманчик с молнией. Посмотрим, насколько он глубокий. Ой, мелкий. Мелкий, вот так где-то на 3,5 пальца. Ну, где-то на 3 вот такой глубины. То есть тут и кошелек не спрячешь. Ну, так мелочь насыпать какую-нибудь. Особо, наверное, не видно, да? Ну, освещение не очень. Ну, вот так, видите. Вот так руку засовываю. Ну, вот так заходит. Вот и все, вот и вся сумочка. Так, закрывать сумочку неудобно, так как подкладка эта гуляет здесь. И чтобы внутри закрыть, нужно другой рукой придерживать. Иначе не закрывается. Вот. Ну, не хочу вам советовать данную сумку. Мне что-то не нравится, лучше выбирайте другую. А вот она кожа, видите какая. Типа как натуральная. Тут проклеена, не прошита. А, не, прошита, ну, блин, что-то заклей. Не очень. Короче, мне эта сумка не понравилась. Тут проклеена по краям. Или как это правильно называется. Но все равно отвалится со временем. Не знаю, что тут носить. Учебники разве что какие-нибудь носить. И все. Ручки нету, только поясок вот такой на плечо. Ну и карабинчик, который регулирует размер. Все, на этом буду заканчивать. Все, всем спасибо за просмотр. Ваши комментарии, лайки. До новых видео. Всем пока.